Всем привет, итак, что интересного на Доме 2 и за периметром. Кристина Бухенбалта увеличила себе бюст. Перед операцией говорит, что-то я очкую. Ну что поделать, сиськи-то хочется. Красота требует жертв. Операция прошла на отлично. Кристина уже очухалась, но жалуется на боль. Вика, Эдуард и Алексей Адеев ведут репортаж из изолятора. Их посадили на 3 дня за участие в массовой драке. «Мне очень жаль, что так вышло», — говорит девушка, — «посадили нас справедливо. Я была провокатором. Очень жаль, что пострадал невинный человек, попал в больницу». С другой стороны, она рада пожить в одной комнате с Эдуардом. Говорит, мы так давно не были вместе после того, как нас выселили из шале. Наконец-то он доказал всему коллективу, что в нем есть мужской стержень. Он вступился за меня. Просто все его доброту воспринимали за слабость. А он не тряпка, он не тухлый. Не очень понятно, в чем суть конфликта. Вроде как Вика с Эдиком хотели отобрать комнату у Адеева, из-за чего парни и подрались. В драке принимал участие и Черкасов. «Сейчас на поляне странная атмосфера», – рассказывает Опенченко. «Все девочки боятся теперь Адееву слово сказать, но я не боюсь». А вот и тот самый невинно пострадавший. В реальном времени Артур и Катя уже вернулись на поляну. Чувствуют себя удовлетворительно. Артур вот рассказывает, что еще до драки, после съемок квартирного вопроса, он сильно приревновал жену. Затем они вместе с Ермаковой поехали на машине в магазин, и во время отсутствия девушек он украл Надину машину. Больше ничего рассказывать не могу, видите все сами в эфире. Надя Ермакова приболела, сдала тест, надеется, что это простая ангина. С любимым она постоянно на связи. Как вы помните, парень уехал в Казань на сессию. Алена Савкина свернула продажу своей новой брендовой коллекции одежды. Никакая это и не коллекция, а не ликвид из Владивостока. Вещички долго лежали, пылились на складе ее подруги. «Зачем все это вранье?» – пишут в комментах. «Сказала бы, что скоро роды, квартиры нет, дело не очень. Люди добрые, купите, что можете из залежалого товара. Многие бы и купили». Алена никак не может найти новую квартиру, в которой бы поместилась вся ее большая семья. Говорит, цены заоблачные, а квадратура маленькая. «Это Москва, детка», – пишут ей. Репина радуется, как сильно поменялся Безус. «Он мне во всем помогает, я не узнаю его. Он с любовью и пониманием относится ко мне и к нашему малышу. Обожаю и ценю». Тане постоянно хочется спать. Пол будущего малыша она пока не знает. В отношениях Бигрина и Ромашова тоже наблюдается идиллия. Настя говорит, в последнее время я совсем не общаюсь с коллективом, все время провожу только с Женей. Тем более, что ее самая близкая подруга Вика Бахарева ушла. И не вернется никогда. Про свадьбу речи пока не идет. А вот на одном из ресурсов обсуждают, кто же на кого похож в семье Рапунцелей. На ретро-фото мама Таня со старшей дочерью Олей. Алена и Оля очень похожи на маму Таню в молодости. И София Дмитренко тоже копия своей мамы. Безбородова и Захарьяша отметили целый год совместной жизни. Для проектных отношений очень даже серьезная дата. Наконец-то Милена нашла того самого своего котенка. Завтра его кастрируют, и уже через неделю этот маленький ребеночек прилетит к своей новой мамочке. Как ни странно, все хотелки Милены оплачивает Сергей. Катя Скалон вернулась из Иркутска в Москву. Кто переживал за эту пару, можете радоваться за их воссоединение. Бабич работает в спортивном зале, ну а Катя ведет свой блог и хозяйство. Ну а Катина мама, которая живет в Иркутске, пошла на поправку. По сети разлетаются пикантные снимки Селены Майер. Бывший мужик хранил мои фотки нараспашку 10 лет и делал на них бабки. Доверяй после этого бывшим. Я к этому отношусь спокойно, это было и прошло. Идем дальше. Теперь все понятно, это анкета для прохода в дурку, пишут в комментах. Страшно за Ермакову. Это сколько же ей сайтов для взрослых приходится пересмотреть, чтобы выбрать лучшую из лучших. Интимные фото Милены Безбородовой тоже случайно обнаружились в сети. На одном интересном сайте, где девочки продают свои фото, была выставлена ее якобы анкета. Милена удивляется, насколько малодоходен этот бизнес. Она написала модераторам, и аккаунт удалили. Ксения Задойнова ответила комментаторам, которые критикуют ее внешность. Она пишет этой девушке: «Я никогда не буду уподобаться интеллекту других людей, но ты тоже не блещешь красотой». Да, где учились эти королевы? На этом все, подписывайтесь, будем сплетничать.